Власть, бизнес, частные лица. В зале брянского филиала «Ранхикс» те, кого напрямую касается антимонопольное законодательство. Подобные встречи ведомства проводит ежеквартально. Руководство службы отвечает на поступившие в течение 3 месяцев вопросы и доводит ответы до слушателей. Довольно полезная практика. Действительно целесообразно. Есть федеральные законы, 2, которые содержат информацию и требования о том, чтобы такие мероприятия проводились. Это 294 и 315 законы. Это о защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении проверки. Публичные обсуждения нужны для того, чтобы донести до присутствующих, как делать не надо, как избежать вмешательств антимонопольной службы, соблюдать законы о рекламе, о госзакупках, о защите конкуренции и авторского права. На нескольких значимых вопросах руководство УФАС остановилось подробнее. Мы в очередной раз выдали 2 предупреждения оператору в сфере твердых коммунальных отходов, который навязывал услуги своим потребителям, невыгодные для него. Поэтому потребитель выбирал услугу по фактическому сбору. Мы выдали таких 2 предупреждения. Сейчас мы находимся в суде. Интересные дела и в сферах природопользования и транспорта. Некоторые чиновники в сговор с хозяйствующим субъектом и устранили с торгов в сфере природопользования другие хозяйствующие субъекты. Дальше у нас в сфере транспорта также был установлен сговор чиновников вместе с хозяйствующим субъектом. Там много десятков миллионов. Сговор раскрыт. Чиновники признали свою вину. Дело на финишной прямой. Руководство антимонопольной службы рекомендует посещать подобные встречи регулярно, чтобы лично задать вопросы сотрудникам ведомства и избежать возможных штрафов или более серьезных санкций. Анонсы встреч всегда есть на сайте Федеральной антимонопольной службы. Татьяна Жукова, Игорь Винничук. События. Брянск.